Tesla собирается создать парк самоуправляемых автомобилей, которыми можно будет пользоваться как такси, точнее, как Uber. Об этом говорится во второй части генерального плана развития компании. Производитель электрокаров полагает, что когда власти США одобрят движение машин без водителя по дорогам, автомобили можно будет вызывать через приложение. Кроме того, компания Илона Маска, работающая сейчас над запуском серийного производства бюджетной модели электрокара Model 3, хочет расширить модельный ряд и охватить все сегменты рынка. Наконец, приоритетным направлением остаются технологии солнечных батарей на крышах.